알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 We like we like party hey 있잖아 말이야 이 사람으로 말씀드리자면 말이야 용기 패기 똘끼 멋쟁이 말이야 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 말이야 Damn girl you so fucking sexy I'm a Mato fado gentleman Соревнования по оффроуд. Уже скоро подъедем. Начало уже есть. Сейчас у гонки должны были начаться. Я, как обычно, задерживаюсь с ночи, с работы. Сейчас будем пробовать делать контент. Но вернее, контент они пусть делают. А я уж, если что, успею запечатлеть. Все, не отключай. Все, начинаю соревнования. Вот уже выехал первый участник. Сейчас скоро уже будет дан старт. То есть даже на самого первого участника успел. Слава тебе. Ну и потом будем искать уже места, где поинтереснее, позачетнее в этом плане. Все, дан старт. Поехал первый участник. Будем смотреть за ним, что он может. Пошла жара. Заезд пошел. Так, а мы теперь его будем где-то сейчас ловить. Заезжает. Здесь прямо видно. Канал Pride 4x4 лежит в центре событий. Место поинтереснее. Началась небольшая.
вывесился. Так, спускается, едет к нам. Снежочек выпал, поскольже стало, хоть не один песок. Там едет Невасик, заезжает, все, четенько. Главное, чтобы сейчас там нормально. Но коротыш должен не так, можешь вывеситься. О, офига, колесо вообще провалилось в арку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это-то да. Вот это-то да. О. Это жесть. Тут аж даже я прибежал. Пошла жара. Невас вообще прет ходом. Везде и всюду. Ну он прям пешки так. Даже я разворачиваюсь очень просто, но на короткий вид, конечно, попроще. Но насколько я знаю, у него сзади блокировка. Ох ты, как красиво. Как хорошо.
кайф. Все, едет СУЗ. Сейчас посмотрим, что он может. Опа! Ладно. Руки нехорошие. Да. Так, идем дальше. Даже подзакидало камеру немного. Он прямо ходиком залетает куда надо. Ой, блядь, нахуй. Прямо энергично водочку здесь на проекте. Ну, он шел вначале лучше здесь. Опа, с прыжком. Так. Там что? Там едет патриот, штурман у него Ваня, проект 4x4. Что-то я думал, они заедут, они скатились назад. Сейчас посмотрим, что будет. По поводу блоков и так далее, ничего не могу сказать. Возможно, их и нет. Да, ты не катаешься. Так, здесь вообще прошел спокойно. Посмотрим, там какие проблемы возникнут, не возникнут. Нет, патриот спокойненько вошел. Вверх забирается наверх. Ну, он что-то здесь вообще на легкотне прошел. Так, там что у нас? Здесь проход. Диагоналки. Нормально. Так, ждем разворота. Вот такой там блинчик. Здесь пойдем. Так. Так, без всяких прыжков. Уезжай. Так, едет по трассе Toyota Fortuna, Fortuner или еще как-то ее называют. Короче, это свежий, равный джип, можно сказать, для многих мечта. Посмотрим, как он здесь пройдет. Так, здесь надо ходик. Кстати, вот здесь сбросился.
Нету переда? Ну, вот чуть-чуть. Там межосевой, по-моему, не включен. Там так, сам по себе. Поезжай, и все, передка нету. Походу, межусь? У тебя межосевого, он не залочен у тебя. Так, задом туда, наверное, выезжай. Туда уже не заедешь. А там тоже бычок не провалится. Ручейки его там. Он у него не блокируется между собой. Опа, а бампер-то что? Бампер-то он видел? Или что, или это грязь? Бампер. Сломанный. Был или стал? Не знаю, но оборванный. Тут сейчас заехал, все четко. Так, едет, если не ошибаюсь, Эрдем с клуба Леший. А может Эрдем? А нет, Эрдем. Так, смотрим, что он там. Здесь он с первого раза залетел. Дальше. Ну тут он тоже спокойно вообще все проходит. Ну он прямо это что-то как победитель едет. Здесь тоже в натяг. Спокойненько чуть-чуть цепанул. Так, Эрдем полетел. Нормально. Прошел. Так, теперь. Идем дальше. Забегаем. А уже пока бежали, он уже уехал. Автобус высокая, старенькая, при том еще и ездит. Вот, кстати, она у меня тогда набрала более 50 тысяч просмотров чисто за одну делику. И говорят, эти машины переворачиваются. А не тут-то было. Ну,
ну, за загреб, да? Походу есть. Вроде или передняя, или задняя была. Так, жить. Колеса, кстати, у него неплохо так цепляют. Руссо в этом плане. Что они выдумали? Кто смотрел мое видео, мог бы уже узнать штурмана. Он всем понравился. Пошла жара. Номер, как у Финдера моего, 749. Все, прет она вообще как танк. Делика из делика. А говорят, если лучше нету велика, купите Mitsubishi Delica. Блин, близко. Давай, говорю, ёб, давай. О, красота. Да вы вообще красавчики. Пошёл! Ну вот кто смотрел мои видео песочница и про Делику как раз в песочнице. Вот этот все та же команда, уже прошло 2 или 3 года. Опыт уже стал намного больше. Делика пошла. Догоняй его! Так, едет там Искудик. Уже посвежее, типа как Гранд Витара. Сейчас посмотрим как раз разницу со старым и свежим. Ну как бы этому посложнее будет. Хотя нет. Все нормально. Он проехал, все четенько. Так, разрешите. Я даже могу сказать, удивил. Штурман все тот же. Так, здесь нормально пролетел. Тут спокойно. Так, теперь готовимся к прыжку. Нормально. Зашел. Ух ты, как же прыжки такие, поворотник включился. Так, тут что-то. Так, чуть не успел. Так, едет тиранчик, а это Datsun, Nissan.
пикапчик. Четырехдверный. Смотрим. О! Он зашел. Все нормально. Как от тепловоза. Запах пошел дизельный. Так, теперь бежим на новую позицию и смотрим. Штурман везде один. Михалыч всех разэтывает. Уже не бегает, садится. Выдохся. Опа, опа, опа. Так, здесь ему не хватило. Ой! Так, вот здесь. Сейчас ждем красивый вид. Эх, порвал. Чуть-чуть понесло немного. Так, сейчас поедет беспечный Дмитрий на Невасе. Он тоже участвует в соревнованиях не первый год. И в песочнице. Вот такой вот здесь вот уклончик. Сейчас попробуем это зафиксировать. Так, что такое там? Как будто подпровалился. Давай, Невас! Обжали! Залет! Все как надо! Опа! Пошел! Пошел, пошел! Идет, идет, идет! Все! Невас залетел! О! Ох, как ювелирно прошел Невас. Прямо тренировочки у меня сегодня. Ну, здесь спокойно даже. Так, Невас на развороте. И вперед. Опа! Пошла жара. Вот эта подвеска работает. Так, теперь ради уж Димона, так как я любитель НИФ, побегу-ка я туда. Ой, блядь, не провалиться. Бежим за Димкой. Коля, Коля, иди сюда. Здорово. Все, Димон погнал.
Ну и все, залетел куда надо. Едет еще одна машина. Могу ошибаться, но похоже на крузак сотку. Поглядим, что она может. Запыхался я уже. Нормально, ходиком. Все прошли. Так, ждем его здесь. Так, сейчас появится грузер 100. Опа. Тик, чуть-чуть зацепился. Еще чуть-чуть. Нормально пошел. Ты когда, Андрюха? А, сейчас уже? Машина крупногабаритная. Ей уже тяжело найти всяких разворотов. Сейчас поглядим. Не, нормально. Задом только зацепился немного. Это не так страшно. Бамперать будем усиленный. Опа. Ехал. Здесь. Так, пошли на трамплин. Ну как бы в пределах разумного. Все нормально. Нюансов никаких не видно. Так, там что? Он как бы большевастый, но должен пройти. Так, едет там дядя Андрей на своем обезбашенном Карибе. Как такого не заснять? Давай, 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 давай. Заперся. Теперь бежим в другое положение. Фу. Набегаюсь, я чувствую, со своими знакомыми. Так, прошел. Так, здесь. Там написано жип. Это им все сказано. Этот Кариб приедет везде, как говорят. Там, где даже волки кое-что боятся. Опа, спокойно. Вот вам и полноприводный универсал. Что может. Ох ты, вот здесь такая. Пошатнула. Все на исходный. Развернулись. Сейчас посмотрим, что будет.
Ну, нормально даже, можно сказать, не цепляя, проезжает преграду и рюхается дальше в бой. Там чуть-чуть задел. Вообще. Так, бежим теперь уж ради Андрюхи на исходную и смотрим, как он подымется еще здесь. А он уже даже обогнал меня. Заезжает. Тут как бы для него сложновато. Ну и то нет, заехал спокойно. Вот так вот. Свет. Ну, тут вообще, можно сказать, спокойно. Но только хрустя. Хрустя подвески, но спокойно проходит. А что ему? А? А он тут вообще ничего не чукает сильно. Ну, красавчик. Грузик. Колеса я не знаю, но по виду как 35-й. Может даже больше. Он их даже не спускал, а задевает протектором. Видать, или за крыло, или за чужое. Спокойненько. Улезает. Ух ты как. Прикольно. И там говорили, что ищут. Мы под колхозишен, музишен, прем на уазишен. Я не манерный, нервным потрепаю нервы. С места со второй и по бездорожью первый. Верный конь, легко куда угодно. Полувоенный, полумой, но зато народный. Ни молодой, ни модный, у него прикид. Зато не дымит и подвеска не гремит. И есть лимит 60 секунд до 100. Досадно лишь, что зеркала проебаны.